главное предложение сегодняшнего дня – это набор хлопковых мягких банных полотенец. Вы получаете сразу 4 полотенца в комплекте, и на них сделана максимальная скидка. Беспрецедентная акция. Только за одну презентацию было распродано более 1000 комплектов. Сегодня мы предлагаем вам комплект и 4 полотенца сразу, которые в едином стиле и цвете будут украшать вашу ванную комнату. Ванная комната – это лицо хозяйки, домочадцы и гости первым делом попадают именно в ванную комнату. И обновляя полотенца, вы обновляете интерьер и настроение. Набор из 4 полотенец из натурального хлопка всего за 999 рублей. Это специальное предложение дня. Роскошная коллекция, богатые размеры. 2 сразу полотенца размером 40 на 70 для рук, для лица. 1 полотенце размером 50 на 90 для волос, например. И огромное полотенце размером 70 на 140, это банное. Замечательно, что у нас целый набор, который разложен по актуальным оттенкам. Поэтому ваша ванная комната будет стильной, вы каждому члену семьи и предложите свой цвет, свою комплектацию, что позволит вам соблюдать гигиену. С нами сегодня работает крупнейший ивановский бренд Guten Morgen. Именно он представил нам прекрасную коллекцию из натурального хлопка, который впитывает при первом же прикосновении. Это самое главное свойство для полотенец. У нас большая коллекция. И первый цвет, посмотрите, какой насыщенный. Сиреневый цвет, яркий, густой, богатый, сиреневый, коралловый, самый освежающий, притягательный. Вот, кстати, сиреневые и коралловые, они самые популярные. Следом идет бирюза. Мне нравится этот цвет. У кого голубой кафель, бирюзовые оттенки в ванной, будет как нельзя кстати. У нас есть более спокойный синий цвет. Мужчинам понравится синего цвета комплект. Доброе утро. Есть салатовый. Вот, кстати, у меня и сын, старший, и младший, и муж предпочитает именно вот такой оттенок, зеленый, салатовый у нас в заказе. И также у нас есть оттенок лиловый. Юля выбрала его для себя. Да, он такой прохладный, он такой освежающий. Вообще вся гамма очень красивая. Мне нравятся однотонные вещи. Их всегда легко встраивать в интерьер к белому кафелю. Я уже представляю, как будет это красиво. Ой, шикарно. Ну, знаешь, Юля, у меня не раз было такое, что я приобретаю полотенце красивое, но очень приятное. Но вытирать не вытирают. Разочаровываешься. На коже остается влага и, ну, полотенце, по сути, потом я не использую. А при этом главное свойство полотенец, конечно, это впитывая мазь. Давайте посмотрим на качество махры от бренда Guten Morgen. Это 100% хлопок, хлопок экологичный, который впитывает сразу. Плотность здесь высокая. Я отмечаю, что бренд работает уже 20 лет на рынке и радует нас эксклюзивными вещами собственных разработок из органик продукции. Ну вот мы, собственно говоря, сейчас будем проводить испытания. Кстати, давай мы убедимся в качестве прямо на глазах. Зрители. Прямо в прямом эфире на ваших глазах будем пропитывать полотенце. И самое главное, чтобы оно впитывало сразу. Да, это важно. Вы знаете, что еще хорошо? Когда вы один раз хотя бы постираете полотенце, ну, мы видим, как оно уже забирает влагу, вы постираете один раз, оно будет еще лучше впитывать. То есть повысится уровень впитываемости. Всю воду мы собрали, ни одной капельки не осталось, вся она осталась тут в полотенце, и тут даже оно не хочет мне ее отдавать. Ты посмотрите, как мне приходится напрягаться. То есть вся влага осталась здесь, а это значит, вы не будете до красноты растирать свою кожу. Это значит, вы прикоснулись, пропитали, кожа осталась увлажненной, но не мокрой, и неприятностей никаких нет. Ворсинок лишних не остается на теле. И да, и просто прикоснулись, пропитали, и волосы, и кожа будет очень хорошо сразу пропитываться. Это важный момент. Плюс, Оленька, такие полотенца за счет плотности, но именно тоненькой воздушной махры, очень хорошо сохнут быстро на следующий же день. Да, я согласна, тем более, что, знаешь, вот когда полотенце плотное, толстое, и полотенцесушитель в ванной выключен, ну, не сохнет, начинает киснуть. Это все, конечно, неприятно. Наши полотенца тонкие, но плотные, впитывают очень хорошо и очень быстро сохнут. А это очень важный момент. Если вдруг полотенцесушитель отключился, нет горячей воды, вы повесили просто полотенце на крючок, на следующий день оно будет таким же свежим, как и в предыдущий день. Потрясающее полотенце, 4 в наборе от бренда Guten
Морган. Это наш ивановский текстиль с 20-летней историей. Хлопок здесь особенный. Он не просто дышащий и мягкий, он еще и махровый, выполненный по турецкой технологии. Потому что первые полотенца из махры появились именно в Турции. Было это 100 лет назад. И бренд сохраняет традиции страны, где производство началось когда-то. Оленька уже себе намотала красивый тюрбан. Как ты хороша. Спасибо, это шикарное предложение. Смотрите, что вы сегодня получаете за 999 рублей. Вы получаете два полотенца небольших, размером 40 на 70, для того, чтобы для лица, для рук. Это два сразу полотенца. Вы получаете среднего размера полотенца, которое я уже намотала на голову, чтобы просушить волосы, например. И огромное полотенце, банное, уже Юля завернулась, и я сейчас покажу. Смотрите, и этот комплект из 4 полотенец, который называется «Доброе утро». А утро действительно будет добрым. Вы получаете за 999 рублей. Звоните сейчас. У нас есть не только коралловый цвет, который я облюбовала. У нас есть разные цвета на выбор. 4 полотенца из мягкого, приятного, нежного, 100% хлопка и в едином стильном дизайне будет украшением вашей ванной комнаты и дарить вам удовольствие. Отзыв у нас от нашей телезрительницы. Алла Викторовна написала: полотенца оказались отличного качества, сразу постирала их, не полиняли, не сели. Закажу себе еще один набор, всем рекомендую. Прислушайтесь к нашей телезрительнице и обязательно заказывайте. Заказ сделать легко, а при покупке на 4990 вы получаете подарок от польского бренда Пани Валеска. Мыло сразу 4 упаковки. Торопитесь, а при покупке 3 упаковки мыла при заказе на 3990 рублей. А заказывая на 4990, у вас будет еще и бесплатная доставка. Торопитесь. Юль, еще хотела с тобой поговорить о качестве. Все-таки это бренд. Да, это бренд Guten Morgen. И, кстати, лейбл, да, логотип вы будете видеть на специальной петельке, с помощью которой, кстати, сможете повесить полотенце удобно. Обработано хорошо все косыми бейками хлопковыми и прекрасная плотность, повторюсь еще раз. Что касается красителей, полотенца действительно долгое время не выцветают, благодаря экологичным устойчивым красителям от бренда. Кстати, выполненным по собственной рецептуре. Внимание, 4 полотенца Guten Morgen, цена 999 рублей. Заказывайте, пока все цвета есть на выбор.